Уважаемые братья и сестры, не так много осталось до нашего долгожданного гостя, до нашего долгожданного месяца Рамадана. Месяц Рамадан, 720 часов, айям аль-ма'дудат, считанное количество дней. В эти дни верующий человек, который встретил этот месяц, которому Аллах Субхана ва Тааля дал возможность встретить этот месяц, должен максимально, иншаллах, себя возможно сделать, чтобы получить довольствие Аллаха Субханаху ва Тааля. Любые виды благочестия, иншаллах, Аллах Субхана ва Тааля записывает, удваивает, утраивает. Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Ва ахсину, инна Аллаха юхиббуль мухсинин». Проявляйте благочестие. Поистине Всевышний Аллах Субхана ва Тааля любит благочестивых людей. Однако сегодняшней хутбе хотелось бы напомнить в первую очередь самому себе и всем нам о некоторых вещах, об основных пяти вещах, которые должен сделать верующий человек, иншаллах, постящий человек в этот месяц Рамадан. Первое – это ас-садака, милостина. «Ид кара саллаллаху алейхи вассалям, афдалу садакатин садакатун фи Рамадан». Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал, наилучшая из милостины, из садака – это та милостина, которая дается в Рамадан. وقال صلى الله عليه وسلم من فطر صائما فله أجره فله أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء رواه أحمد والترمذي وهو الصحيح. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто примет участие в разговлении постящегося человека, Аллах субхана ва тааля ему даст такую же награду поста, то есть он свою награду получает за свой пост и за его пост, иншаллах, тоже получает награду, иншаллах. И тот, кто постился, он получает свою награду. То есть, альхамдулилля, такую награду можно получить. Один день поста, ради Аллаха субхана ва тааля, отдаляет лика на 70 лет от наказания ада. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا عَلَى طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ مِنْ حَلَالٍ. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто примет участие в разговлении постящегося, то есть даст ему что-то на разговление из еды или из питья, скажем, один даже финик, или глоток воды даст ему из халаля. صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ فِي سَاعَاتِ شَهْرِ رَمَضَانِ. За этого человека будут молиться ангелы в часы месяца Рамадана. То есть весь месяц Рамадан за него будут молиться ангелы. وَصَلَّ عَلَيْهِ جِبْرِيلَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِ وَأَبُ الشَّيْخِ. Приводит раваят, и также за него будет молиться Джибриил, алейхиссалям, в ночь предопределения, лейлятуль кадр, ту ночь, которая лучше, чем тысячи ночей, тысячи месяцев. Представляете, субханаллах, если человек даст один финик, чтобы разговиться постящимся, иншаллах, за этого человека, иншаллах, Джибраил, алейхиссалям, будет молиться в ночь предопределения. Ангелы весь месяц будут за него молиться. Как Аллах Субхана ва Тааля дает нам возможность заработать побольше благих дел на Кияму Саа, на судный день, чтобы мы взяли побольше запаса. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل رواه البخاري. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям был самый из щедрых людей, и самый щедрым он был в месяц Рамадан, пока не встретил его Джибрил. Второе, что может сделать верующий человек в месяц Рамадан из благих дел, это киямуль лейль, выстаивать ночь. Таравих намаз, тахаджуд намаз. Ид кала саллаллаху алейхи ва саллям, ман кама Рамадана имана ва ихтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих. Рава муттафакун алейхи. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, тот, кто выстаивал Рамадан с верой и с надеждой на милость, на прощение Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, Аллах простит его прегрешение. وكان صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم не спал в ночи Рамадана. وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله. А когда наступали последние 10 дней Рамадана, العشر الأواخر, он будил свою семью на ночные молитвы. وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. И каждого, رواه المسلم, и каждого маленького ребенка будил, и взрослого, то есть из тех, кто могли молиться. Третье,
Из благих дел тилавату аль-Куран аль-Карим. Это чтение Корана. Аллах Субхана ва Тааля перед тем, как нам разъяснил, как мы должны поститься, кому обязан пост, то есть кто может разговляться, там, мариб, ау аля сафар, это если человек болен, больной, ему разрешается разговляться, или если он в пути. Но до этого Аллах Субхана ва Тааля с чего начал свои слова? Шахру Рамадан, аллази унзила фихи аль-Куран. Поистине, месяц Рамадан – это тот месяц, в котором Аллах ниспослал Коран. Худаллин нас – это указывающий путь людям. Хидая. Поэтому месяц Рамадан, в первую очередь, это месяц Коран. Кана саллаллаху алейхи вассалям юкфиру мин тилавати л-Коран л-Карим фи Рамадан. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям много читал Коран в месяц Рамадан. Ва кана Джибрил саллаллаху алейхи вассалям юдарису л-Коран фи Рамадан. Раваху л-Бухари. И Джибрил алейхи вассалям обучал его Корану в месяц Рамадан. Аллах субхана ва тааля говорит нам касательно Корана. Фабидзалика фальяфраху. «Хуа хайрум мимма яджмаун». И радуйтесь этим Кораном. Поистине, это лучше всего того, что вы можете собрать. «Вакана саллаллаху алейхи вассалям ютилю л-кираа фи кияме Рамадан актер мимма ютилю фи гайре». И посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям больше читал Коран в месяц Рамадан в намазах, чем в остальные месяцы. فقد صلى معه حذيفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء. С ним читал Хузейфа رضي الله عنه намаз, ночной намаз после Иша. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم прочитал в этом намазе البقرة, العمران, النساء. لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها. И когда он проходил, останавливался на аятах тахвиф, то есть те аяты, которые Аллах سبحانه وتعالى нас назидает, напоминает нам о наказании судного дня, о судном дне, он останавливался у этих аятов и заново повторял их, саллаллаху алейхи салям. Потому что, когда мы читаем Коран, это не просто, то есть чтение Корана, это не подобное чтение, там, скажем, какой-то книжки, газеты, журнала. Основное это тадаббур, это размышлять о Коране. Аллах в Коране говорит, «Афаля ятадаббаруна аль-Коран, ам аля кулубин акфалуха». Неужто ли они не размышляют о Коране или на их сердцах замки? Афаля ятадаббарун аль-Коран, валяу кана мин инди гайри Аллахи лаваджаду фихи ихтилафан касира. Неужто они не размышляют о Коране? Если бы это было бы не послание от кого-то, помимо Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, то бы там было много разногласий. Сумма صَلَّ رَكَعْتَيْنَ حَتَّ جَاءَ بِلَالِ. И вот эти два ракаата намаза, где он прочитал Аль-Бакара, Аль-Имран, Ан-Ниса, потом пришел Билал, радаллаху анху, فَأَذَّنَهُ بِالصَّلَاةِ كَمَا وُرِدَ فِي الصَّحِيحِ. И сказал азан на утренний намаз. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفِعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. В судный день пост и Коран будет заступниками в судный день за тех людей, которые постились, и за тех людей, которые читали Коран. يقول الصوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار. Пост скажет: о Аллах Субхана ва Тааля, я запретил ему кушать и пить днем в Рамадане. ويقول القرآن, Коран скажет: منعته النوم بالليل فشفعنا به. Я ему запретил спать ночью, он читал меня, сделай так, чтобы мы были заступниками за этого человека. Раваху аль-Бухари. Четвертое, аль-Итикаф. وهو ملازمة المسجد للعبادة تقربا إلى الله عز وجل. اعتكاف – это нахождение в мечети с ниятом, с намерением приближаться ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Кто-то в каких-то городах, в других мечетях всю ночь проводит. Альхамдулилля, у нас будет, иншаллах, после тарабиха будет мечеть закрываться, потом на утренний намаз будет открываться, иншаллах. Как человек заходит в мечеть, пусть он сделает ният, намерение на итикаф, иншаллах, приблизится ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. فقد اعتكف صلى الله عليه وسلم ولم يزل يعتكف العشر أواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى كما ورد في الصحيح. Посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сделал иатикаф и последние 10 дней не выходил из мечети, пока не забрал его Аллах سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي.
Сказал посланник Аллаха, мечеть – это дом каждого богобоязненного. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: мечеть – это дом каждого богобоязненного. И Аллах субхана ва тааля гарантировал тому, кто находился много в мечети, тот, кто взял для себя дом Аллаха субхана ва тааля, мечеть для себя место поклонения, находился там долго, любил приходить в мечеть, Аллах субхана ва тааля дает ему гарантию, то, что ему дает покой, милость и дозволит ему пройти через сират, через мост в судный день, иля ридваниллах, к довольствию Аллаха, иля аль-джанна, в рай. И пятое, аль-и'тимар. Аль-и'тимар – это тот, у кого есть возможность совершить умру, иля бейтиллахи аль-харам, в Мекке, совершить умру в Рамадане. Каля саллаллаху алейхи ва саллям, عمرة في رمضان تعدل حجة معي متفق عليه بخاري مسلم приводит хадис عمرة совершённая в месяц Рамадан по награде она подобна хаджу совершённой вместе со мной сказал صلى الله عليه وسلم والعمرة إلى العمرة كثارة لما بينهما и также от одной عمرة до другой عمرة Аллах سبحانه وتعالى прощает прегрешения иншаллах тому кто совершает эти عمرы уважаемые братья Помимо этих вещей, можно много других, альхамдулиллах, также вещей сделать. Иншаллах, улыбнуться своему брату, сказать хорошее слово, помочь, навестить близких. Если тебя кто-то оскорбляет, промолчать, сказать «Инна саим», «Я пощусь», не отвечать ему на его оскорбление, чтобы этот человек, субханаллах, чтобы этот такой человек не был тем, человеком, который бы сделал преграду между тобой и милостью, прощением Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что ахляк, гылк, нрав у всех он разный. Как сказал саллаллаху алейхи ва саллям, хадис мустадрик аль-хаким ан-нисабури приводит, ва хуа аля сахихайн, Бухари Муслим приводится, инна Аллаха азза ва джалла касама байнакум ахлякакум, кама касама байнакум арзакакум. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разделил между вами ваши нравы. У каждого нрав он разный, подобно тому, как разделил ваши уделы. Поэтому, если у кого-то нрав плохой, бывает такое, что кто-то кого-то обидел плохим словом, не отвечать ему, сказать «я пощусь, иншаллах», и не опускаться на его уровень, тем самым Аллах поднимет даражат, иншаллах. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وقال صلى الله عليه وسلم